Часто задаваемый вопрос: вот у вас получилось, а у меня ли получится? А вот у него получилось, а у меня ли получится, и так далее. Ну, на это я отвечаю следующее, что, послушайте, как бы, вы ничем не отличаетесь от всех остальных там франчайзеров и филиалов той же сети. Если у вас есть две руки, две ноги, голова на плечах, то, взяв наши технологии, внедрив, а мы их, в принципе, внедряем вам у себя в клинике, нету шансов, что у вас не получится. Если вы будете делать все, что мы вам скажем, а не изобретать колесо сами, то у вас получится. Вот. И поэтому нужно тоже немножко набраться оптимизма, потому что я считаю, что все, что в голове у нас в итоге и в бизнесе происходит, немножко оптимизма, и поэтому всегда приглашаем к нам действующие клиники для того, чтобы показать, рассказать и увидеть наглядно, что такое клиника, которая битком забита пациентами. Это не фокусы какие-то и так далее, это рабочие инструменты. И это то, что мы рекомендуем делать, просто услышать нас, понять нас и взять и внедрить это у себя. Вот. И если вы предприниматель или руководитель клиники, или стоматолог действующий, и готовы работать, готовы внедрять, готовы быть осознанно открыты и понять, что сегодня много чего поменялось,